Добрий вечір, в ефірі телекомпанії «Ставай», як завжди цей час, програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. І сьогодні це Андрій Зінченко, доктор філософії у галузі економіки, вибачте, та фахівець у галузі права. Добрий вечір. Добрий вечір. И так, Андрей Игоревич, рады приветствовать вас в нашей студии. И для сегодняшней встречи есть то, что называется специальная тема, а именно пенсионные фонды, государственные и негосударственные, текущая ситуация с ними и перспективы. Но вначале, может быть, немножко, как это уже стало, собственно, традицией во время наших общений, немножко поговорим о текущей экономической ситуации, как вы ее видите, как экономист, и, собственно, какие, может быть, тенденции можно из этого проследить. Начнем, наверное, вот с чего. Ну, где-то приблизительно месяц назад эта цифра достаточно активно обсуждалась в медиа. В этой студии мы обсуждали с городским головой. На 1 июля 2020 года городской бюджет был недовыполнен приблизительно на 77,5 миллионов гривен. Город недособрал этих денег в бюджет, то есть фактически за первое полугодие. Комментируя эту цифру, городской голова у нас в студии сказал, что львиная доля этих денег – это налог на доходы физических лиц. То есть, простыми словами, если НДФЛ в структуре выплаты работнику составляет 18%, несложный математический подсчет показывает, что николаевцы за первое полугодие недополучили там сотни миллионов гривен в виде зарплат, а по году эта цифра будет еще больше. Соответственно, люди не получили этих денег, не пришли в магазин, в кафе, не приехали на автозаправочную станцию и дальше по списку. Поэтому, собственно, вот все, что мы видим, вот эти цифры, которые уже понятны, озвучены. Насколько это тяжелый удар по экономике города с точки зрения экономиста? Ну, на самом деле, для того, чтобы оценить глубину этой проблемы, необходимо еще чуть-чуть выйти за ее рамки и посмотреть, а что у нас было по результатам аналогичного периода времени по государству. А по государству у нас примерно следующая картина. У нас исполнение государственного бюджета за первое полугодие отстает где-то процентов на 10. То есть, грубо говоря, у нас на сегодняшний день те планы, которые государственные финансисты устанавливали на текущий год, не выполняются, ну, так, по году предварительно на один месяц его в конце. И это у нас на сегодняшний день только первое полугодие закончилось, с учетом того, что в первом полугодии у нас там были и выплаты дивидендов НБУ, и Приватбанка, и Нафтогаза, то есть как бы там какие-то деньги появлялись. Значит, что касается города Николаева, то я, честно говоря, не видел полностью структуру этих документов, однако у меня, честно говоря, нет сомнений о том, что защищенные статьи будут исполнены, а вот по части других статей, ну, будут они секвестированы, то есть частично будут недофинансированы и так далее. То есть это проблема с одной стороны, но с другой стороны это проблема не конкретно города Николаева. То есть, нет, прошу прощения, но я же вот и скажу, моя-то обывательская логика. Я понимаю, что раз не заплачен налог на, грубо говоря, зарплату, соответственно и зарплату этот человек не получил. Ну, это... И по городу, по году, это сотни миллионов гривен, которые вот мы все... Там 300 тысяч, ну, взрослого населения города Николаева не получили эти деньги. Да, но это следствие общей картины, которая у нас тянется, начиная, да, с конца прошлого, начала этого года. Ну, более активно с марта она происходит. И, как я уже говорил тогда, и как готов подчеркнуть сейчас, несмотря на то, что такая картина имеет место, это совершенно не значит, что у нас жизнь экономическая в городе остановилась. Да? То есть те люди, которые не получили заработную плату в одном каком-то месте, возможно, там будут искать приложение своего труда в каких-то других сферах. На самом деле, возможно, мы позже еще вернемся к тому, что вот этот момент времени, на самом деле, вот этот нюанс, он может сыграть даже в плюс и городу, и стране, но в перспективе. То есть на сегодняшний день, да, такая картина есть. Да, сфера услуг у нас подпросела. Она подпросела не только у нас, она подпросела во всем мире. Да? Если вот мы посмотрим на крупные мировые банкротства каких-то компаний, я еще в марте, по-моему, говорил и повторюсь сейчас, серьезный кризис у нас начнется с серьезных банкротств. А таких на сегодняшний день, я не могу сказать, что у нас много. То есть как бы, да, мы можем просто посмотреть, кто обанкротился. Вот один из свежих примеров, допустим, это компания по прокату автомобилей Герц. То есть это крупнейший мировой оператор был. На сегодняшний день, к сожалению, он входит в стадию банкротства. Причина проста. То есть это сфера услуг, которая была в результате всех проблем, связанных с транспортным, с получением, как то кажуть, украинскую мову, она вылезла в первую очередь. С учетом того, что компания имела там ряд своих проблем, связанных с финансированием, с характером активов, с характером деятельности и так далее. Вот этот вариант банкротства, который на самом деле не является определяющим для планеты. Да? То есть как бы если в 2000
2008 году все началось с банкротства крупного инвестиционного банка. На сегодняшний день подобных примеров мы пока еще не видим. То есть, возвращаясь к нашему разговору мартовскому, на сегодняшний день мы еще не вошли в фазу кризиса, о которой все любят говорить на сегодняшний день. Да, проблемы есть, бесспорно. Нельзя сказать, что мы... Но это еще не кризис. Нет, это еще не кризис. С моей точки зрения, это еще не кризис. И, скажем так, вот в результате того, что бюджет недополучил какие-то денежные средства государства, простите, города, да, то в первую очередь должны переживать на сегодняшний день те, кто будет ожидать выплаты по договорам, которые осуществляются в пользу города в конце года, потому что картина будет, на самом деле, я ее могу спрогнозировать примерно сразу, то есть как бы казначейство будет тянуть до последнего, чтобы выплатить эти деньги, не факт, будут они или нет, и эти деньги могут быть выплачены только в том случае, да, если все сначала будет исполнено, и потом останутся средства, и вот тогда, в последние дни декабря, я не помню, когда у нас 31 декабря, на какой день недели выпадает в этом году, вот тогда все... простите за сравнение, в мыле, будут просить у казначейства, казначейство в конце рабочего дня скажет о том, везите нам документы об исполнении, и может быть тогда кому-то что-то оплатят. Сейчас, секунду, это важный момент. Я правильно понимаю, вот то, что сейчас сказано, это сказано, ну, может быть адресовано в том числе предприятиям, либо предпринимателям, которые активно сейчас стелят плитку на тротуары города Николаева, либо реконструируют вот какие-то транспортные развязки, роют дюкер, вот это вот все. Это все зависит от конкретных условий договора, да, то есть там где-то это госзакупка была, то есть там сроки ее оплаты, если сроки оплаты подходят по этой госзакупке к концу года, то можно с серьезными, скажем так, опасениями смотреть на то, а удастся ли эти денежные средства в этом году выплатить. Естественно, если их не выплатить, с точки зрения казначейства картина будет очень простая. Там никто вам не скажет, денег нет, мы оплачивать не будем. С точки зрения казначейства, наши государственные структуры, которые будут показывать эти документы, будут выглядеть следующим образом, как будто их своевременно не подали. В итоге крайним останется город. Казначейство в этом плане крайним не останется никогда. То есть это обычная, в общем-то, практика. Но когда-то ж придется эти все деньги оплачивать, а это значит, что в бюджетах следующих лет придется дополнительно предусматривать и прочее, прочее, прочее. То есть в первую очередь переживать надо на следующий день вот этим людям. А у них, естественно, есть на подряде либо другие организации, либо работники, которые осуществляют работу, да, по трудовому договору, штатные и так далее. Вот этим работникам на следующий день неплохо бы посмотреть, а как там с финансовыми показателями предприятий, у которых там, например, уставной фонд может быть 1000 гривен, а подряды взяты там на миллионы, да, как у них будет с оплатой заработной платы, там налогов и все остальное. Да, еще ж выборы 25 октября. Это отдельный фактор. Смена власти возможная. Спросить даже будет несколько. Ну, на самом деле есть традиционный анекдот про три конверта. Я думаю, его знает любой, люба посадовая особая, кажуть украинскую мову. Поэтому к этому вопросу можем, в принципе, вернуться отдельно. То есть, да, проблемы, хорошо, вероятнее всего, будут. Защищенные статьи, скорее всего, будут исполнены. Ну, по защищенными мы что понимаем? Зарплата бюджетникам, зарплата, социальные коммуналка, выплаты. Социальные, нет, я имею в виду, ну да, и социальные выплаты все, то есть как бы это все будет исполнено, сомнений нет. Вопрос только в другом, с какими курсами мы можем прийти к концу года, а почему этот вопрос очень важен, ну на самом деле достаточно посмотреть в историю буквально прошлой, позапрошлой недели, когда мы увидели серьезный курсовой скачок. Наши николаевские таблоиды тут же отметили, что курс иностранных валют у нас в городе изменился не в пользу гривны, значит, и все задались вопросом, да, почему это происходит. Так ли это критично, то, что произошло? Ведь мы же помним, вот еще, собственно, тоже совсем недавно был курс и 28, и 29, и 30, ну, то есть, а потом он как-то откатывался назад. Критичен не сам курс как таковой, то есть, когда-то мы жили, когда доллар стоил 1 гривну, там, 70 копеек, я точные цифры в 96-м году не вспомню, но гривну вводили примерно при таких курсах. Потом мы очень долго жили при курсе 5, да, то есть, там, в какой-то момент времени даже курс начал уходить назад, если кто-то помнит. Да, 4,5, помнит, я помню. Да, вот. И как раз в тот момент времени, когда курс ушел к 4,5, все уверовали. И многие, кто держал капиталы в иностранной валюте, вдруг решили, да, время идет, а у меня капитал в иностранной валюте, а это значит, что я теряю в гривне. Надо быстро переконвертировать, положить на депозиты, в те золотые времена получить большее количество денег. Многие так и сделали. И через некоторое время мы увидели замечательный курс 8. В один
конкретный промежуток времени, один день, там курс был даже 15 тогда, но потом он устаканился. Важно не сам конкретный курс, важна скорость и предсказуемость факторов его изменения. Если мы посмотрим, что у нас произошло, ответ будет достаточно простой. Несколько публичных государственных деятелей, я не буду называть конкретные должности и фамилии, но в резонанс друг к другу более-менее заявили следующие вещи. Во-первых, у нас низкая инфляция, и это создает определенную проблему. А во-вторых, при низком курсе у нас же проблема формирования государственного бюджета возникает. Потому что если, опять же таки, есть, например, компания, которая осуществляет экспорт, и эта компания, осуществляющая экспорт, например, законтрактована на один условный миллион там, денежных единиц, то когда этот условный миллион денежных единиц придет в качестве оплаты, то при курсе, к примеру, там, если это доллар 24, налогооблагаемая база будет одна, при курсе 28 налогооблагаемая база будет другая. И что, вот просто комментарии вот так вот могут влиять, что вот так вот происходит на рынке? Просто могут, они на самом деле влияют. То есть, как бы, если посмотреть немножечко на характер того, как у нас живет финансовый мир, не только в нашей стране, но и как бы на планете в целом, достаточно иногда бывает одного неудачного заявления для того, чтобы рынки лихорадило в течение длительного времени. То есть это во многом психологический фактор. На самом деле, я уже как-то давно говорил, повторюсь, денег на планете значительно больше, чем товаров, хотя в теории как бы этого должно быть в паритете. И поэтому эти деньги всегда ищут какие-то пути приложения. И поэтому любой, даже самый маленький, казалось бы, с первого взгляда незначительный фактор психологического характера может достаточно серьезно повлиять на многие вещи. То есть, если завтра, например, кто-то взломает аккаунт там Твиттера президента Соединенных Штатов этого имени, хотя бы несколько минут провисит какое-нибудь сообщение, ну, скажем так, крайне негативного для возможного финансового развития содержания, то абсолютно хорошо, гарантированно это будет. Ну, может, тогда еще один штрих. Ну, собственно, мы даже визуально видим, как идет перевалка зерновых через наши порты и терминалы. Мы понимаем, что зерно идет потоком достаточно серьезным. Вот. И мы понимаем, что, собственно, таким образом в страну приходит валюта. Вот эта валюта, которая получается в результате продажи зерна сейчас достаточно активной. Это стабилизирующий фактор для рынка или, наоборот, как-то его, собственно, наоборот, дестабилизирующий? Он во многом стабилизирующий с учетом того, что у нас эта валюта за этот год стала меньше уходить за границу. То есть, как бы, да, у нас есть понятие торгового баланса. Это две трубы, как в детском учебнике по математике, которые там в бассейн, да, из одной поступает, из другой выливается. Значит, у нас есть входящий денежный поток, условно говоря, он формируется разными источниками, не последний из которых всегда были заробичане. И есть исходящий, то есть это покупка всего того, что за пределами нашей страны приобреталось. То есть, как бы, с учетом карантина, вот этот исходящий поток, он достаточно серьезно уменьшился. И чисто с математической точки зрения, если более-менее как-то постараться сохранить входящий поток, то на рынке валюты, а рынок валюты это точно такой же рынок, как рынок яблок, ну, с определенными оговорками, конечно, если ее предложение будет больше, то ее курс будет меньше. Если она станет благом более редким, то, соответственно, цена, выраженная в национальной денежной единице, пойдет вверх. Поэтому, естественно, это позитивный в этом плане фактор. Но этот позитивный фактор с чисто математической точки зрения играет, опять же таки, в минус, потому что обложить налогом гривну, полученную от вот этих вот долларов или евро, лучше, когда курс национальной валюты ниже, потому что чисто математически база налогообложения будет шире при одном и том же реальном движении товаров. И поэтому, когда мы говорим о том, что у нас государственный бюджет недоисполнен, местный бюджет, ну там по цепочке, там местные бюджеты недоисполнены и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, то становится вопрос, где мы будем искать эти источники. И вот открытым текстом заявляется о том, что низкий курс это не самое позитивная в данной ситуации картина, имеется в виду иностранной валюты по отношению к нашей. Да? Поэтому если этот курс изменится в какую-то сторону, то, наверное, имеет смысл посчитать, сколько же мы больше или меньше получим по бюджету. И в этот момент времени действует немаловажный психологический фактор, о котором я только что говорил. Значит, первые лица заявляют о том, что неплохо бы, чтобы курс все-таки был, там, к примеру, не 27, не 26, а там 28. Конкретные цифры не называются, но общий посыл понятен. Национальная валюта должна чуть более ослабнуть для того, чтобы математически все выполнялось. В этот момент времени те держатели национальной денежной валюты, которые, например, сидели или в каких-нибудь там ценных бумагах, или еще в чем-нибудь в этом вроде, они понимают, что если в перспективе курсовые разницы будут достаточно большими, то их капиталы, выраженные в гривны, могут значительно похудеть.
и поэтому необходимо что делать? Тут же конвертироваться. То есть, как мы вначале говорили о том, что сначала бежали из одной валюты в национальную, то если у вас капитал находится в национальной валюте, то вы задумаетесь о том, а может быть я ее сегодня конвертирую по сегодняшним курсам в более твердую валюту, потому что вот эти 1-2 гривны на курсе, это проценты, которые даже там депозитом и другими прочими там, доходами, они не отобьются, иногда даже за год. И поэтому особо хитрые дельцы этого рынка, самое главное, владеющие инсайдерской информацией. Во всем мире это уголовное преступление, но у нас я пока не слышал о подобных делах. То есть, если человек владеет информацией о том, что, например, завтра будет осуществлено публично, ну, там, к примеру, да, спичрайтер какой-то написал этот текст, он знает, что будет завтра, несложно спрогнозировать, куда может двинуться рынок. Не обязательно надолго, достаточно на полдня для того, чтобы, имея определенные контакты или каналы, конвертироваться в одну валюту, потом конвертироваться в другую. Пример на самом деле достаточно простой. Я могу привести из того, как это было в банковской сфере буквально еще лет 15 назад. То есть те люди, которые там работали, скорее всего, не дадут мне соврать и, возможно, когда-нибудь прокомментируют это заявление в этой студии. Так вот, все было очень просто. То есть, например, валютный дилер какого-нибудь очень крупного там банка, возможно, даже зеленого цвета, да, выходил с утра на работу, почесывая бороду, и говорил, что у нас там на рынке. Давайте срочно продавать валюту А. Ему спрашивают все, а зачем? Я начальник, срочно продаем валюту А. Начинают продавать. Продаете, да. Покупают, покупают. Ну, обычная нормальная картина. Продавайте больше. Начинает продавать, 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 продавать. Валюта А просаживается, потому что идут большие сливы, большие продажи. То есть те, кто ее покупают, они играют на руку тому, кто продает, в каком плане. Курс падает, никто не понимает, что происходит. Курс падает, все остальные смотрят на эту картину. Ага, а у нас же тоже эта валюта есть. Курс пошел вниз, значит, если мы сейчас быстренько не распродадимся, то у нас капитал опять же похудеет. И вся страна начинает дружно сливать эту валюту. Проходит время обеда, этот же валютный дилер, почесывая бороду, говорит, так, а теперь начинаем покупать. Срочно, все, что есть на рынке, покупаем. Все те, кто еще следят за этим хвостом, продолжают продавать свое, а этот банк начинает откупаться назад. В итоге, по результату этой картины, где-то ближе там, к там, вечерней сессии, там, или как оно правильно называется, курс начинает потихонечку опять расти вверх. Но продав с утра дорого, сбив цену в течение дня и откупив сразу после этого по более низкой цене, валютный дилер банка заработал себе вот такую вот маржу. То есть как бы это чисто называется технология pump and dump. Во многих странах мира она незаконна. Но если владеть информацией об инсайде, например, о том, что этот человек сегодня попытается такую схему провернуть, то можно, скажем так, здесь что-то заработать или, по крайней мере, свое сохранить. Иногда злые языки утверждают, что подобные технологии используются для того, чтобы дать окно возможностей определенным структурам, людям или финансовым каким-то организациям для того, чтобы, скажем так, либо наверстать упущенное, либо выйти из предкризисной ситуации по вот таким вот возможностям. Хорошо, что нас можно прогнозировать, что нас ждет через месяц, например, в сентябре, когда те, кто мог себе позволить, собственно, вернуться с отдыха, кто не мог, собственно, и так, ну вот, что нас ждет? Какой-то прогноз по поводу какой-то обозримой перспективы. Тут опять же необходимо обратиться к истории. То есть у нас год политический, то есть как бы год, к сожалению, еще не закончился. То есть какие новости там, если смотреть интернет, замечательная карикатура, когда в здании из-за угла дверь с названием следующего месяца люди открывают очень-очень длинной палкой, потому что непонятно, что там произойдет с учетом того, что было с начала года. То есть какие там новости? То есть некоторые на сегодняшний день в шутку уже говорят, ну будет неудивительно, если даже инопланетяне высадиться. То есть этот год показал, что возможно все. Так вот, у нас же еще год политический. У нас на сегодняшний день на 25 октября назначен очень важный момент. То есть как бы это местные выборы, которые не просто сами по себе выборы. То есть как бы это тема, может быть, отдельной дискуссии, может быть, не в рамках финансово-экономического направления передачи. Однако эти выборы во многом определят нашу жизнь на некоторые годы вперед. И состав тех политических сил и персоналей, которые войдут в местные советы, они, скажем так, на сегодняшний день абсолютно
не определены. Более того, если, скажем так, с персоналиями в наших реалиях можно там угадать, потому что у нас, как правило, персонали одни и те же, очень часто бывают, то вот с их политическими раскрасками как бы можно действительно устраивать чуть ли не тотализатор, хотя это не совсем законно. Так вот, о чем я говорю? Я говорю о том, что практика примерно следующая. Во все года, во все века действующая политическая сила перед выборами старалась держать курс в более-менее адекватных рамках. Почему? Потому что курс — это своего рода в некотором, если можно так сказать, смысле, качество отражает управленческой работы власти. Да? То есть, как бы, если курс народу нравится, то значит власть работает хорошо. Если курс постоянно прыгает или высокий, то это неопределенность, там, которая, в общем-то, вызывает определенные негативные взгляды. Поэтому есть вероятность того, что до выборов, как минимум, органы государственные, которые отвечают за инструменты, которые могут так или иначе повлиять на вот эти соотношения, не будут стараться работать на более-менее стабильность. Вы правильно заметили, небольшие колебания, опять же таки небольшие колебания, они не являются определяющими в нашей жизни, но мы не забываем о том, что 25 октября мы проголосуем, опустив соответствующий бюллетень, или там, судя по тому, как я читаю новости, то есть там бюллетень будет такой, что там минимум профессором надо будет быть для того, чтобы его грамотно заполнить, там будет очень много всего интересного. Так вот, после этого у нас будет еще ноябрь и декабрь до конца года. А с учетом того, что мы уже сегодня знаем, что до конца года у нас бюджет по состоянию на сегодня недовыполнен как минимум на один месяц, и перспектив на вторую половину года о том, что все будет радужно, все восстановится и так далее, их пока что нет. Да? Там ведущие мировые разработчики вакцины от заболевания, которое на сегодняшний день определяет вектор развития планеты в некотором смысле, да, они говорят о том, что хорошо, если к концу года мы сможем подойти к массовой вакцинации чем-то более-менее похожим на нормальное лекарство, там, вернее, простите, лекарство, вакцина, mm-hmm. вещи разные. Я имею в виду, грубо говоря, прививку изобретут, потому что с лечением ситуация отдельная. Так эти факторы так или иначе будут у нас формировать ситуацию на конец года. Поэтому я думаю, что Нострадамус ушел бы за свой счет в нашей ситуации и посмотрел бы на ситуацию со стороны. Но как бы вероятнее всего капитальных изменений в курсе до выборов мы, видимо, не увидим. Это не значит, что он будет жестко прибит гвоздями, как говорится, и мы будем видеть там 27.75 или 26.04 там, или еще какую-то другую цифру. Колебания — нормальная картина. То есть спрос, предложение, мы там перешли к, вроде бы как изначально к таргетированию инфляции, хотя в сегодняшних условиях это вопрос такой достаточно неоднозначный. Так вот, после выборов мы можем увидеть результат какой. То есть нам надо будет довыполнять каким-то образом бюджет. Не исключен вариант того, я не знаю, как будут складываться отношения нашей страны с мировым сообществом, но сегодняшние тенденции показывают, что в жесткой ситуации нас, скорее всего, финансово поддержат. Не потому, что мы Украина или мы какие-то особо хорошие, потому что в глобальном кризисе особо не заинтересован никто. Проще вкинуть определенную сумму денег в эту систему, я не имею в виду нашу страну, а финансовую систему в целом, для того, чтобы обеспечить ее стабильность. Да, где-то там с инфляцией, ну, как бы это нормальная картина. Так вот, даже если это все произойдет, то вероятность того, что до конца года это отразится на реальных положениях вещей, она практически невысокая. Почему? Потому что все эти вещи, как правило, имеют лаг во времени. И ну, обычная картина, да, там возместили НДС, по курсу можем смотреть, за этот НДС покупали валюту или не покупали. А возвращаясь в начало нашей передачи, мы вспоминаем, что где-нибудь в конце декабря мы увидим массовые, ну это обычная практика, массовые оплаты по госконтрактам. Под словом госконтракты я понимаю обобщенно все закупки там, местного самоуправления, государственных органов и так далее. И вот очень часто эти денежные средства, они тоже могут ломануться, как говорится, на валютный рынок. Если окажется, что у них времени на это не будет, и там, допустим, я же не знаю, как будет работать и межбанк, и банковская система на новогодние праздники. Тут прогнозировать ничего нельзя, тем более, я, честно говоря, не помню 31 декабря, какой день недели. Ну, тогда это в любом случае со временным лагом произойдет чуть позже. Ну а у нас традиционно первые две недели — это такой мертвый сезон. Но это хорошо. Так, в общих чертах. Пенсионная тема. Не знаю, может быть, для то, что называется, для затравки. В СССР был такой лозунг, вот правильное слово, что уже нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Вот если его перефразировать, можно ли говорить о том, что уже нынешнее поколение украинцев, сегодняшних работающих, будет жить в ситуации, когда пенсии не получать не будут?
Самое главное помнить о том, что про коммунизм говорить на телекамеру, наверное, закон запрещает. А мы же в неком гротескном смысле, поэтому... Ну, на самом деле, опасения действительно понятны. То есть, пенсионная система, по сути дела, представляет из себя некий социальный стандарт, да, который подразумевает выплаты некого пособия людям по достижению некоторых факторов. То есть я не говорю наступлению нетрудоспособности, потому что нетрудоспособность, понятие более широкое, оно не у всех наступает одновременно по возрасту, то есть там есть очень много нюансов по этому поводу. Речь идет о наступлении неких факторов. Да? У нас вот фактор, например, достижение определенного возраста или достижение определенного стажа там, по вредному производству и так далее. Это или там специальные раньше у нас пенсии были, то есть когда у нас появлялись 37-летние ветераны органов внутренних дел, которые оказывались уже глубокими пенсионерами, и, скажем так, ну, достаточно неоднозначно это была общественная ситуация, хотя некоторые из них, в общем-то, наверное, эти деньги получали заслуженно. Но ситуация примерно следующая. Пенсионная система подразумевает выплаты людям по достижению определенного уровня. Никто не обещал, что возраст, наступивший, там, допустим, 60, 65, 70 и более лет, будет до такой степени хорошо обеспечен государством, что вот все будут жить при благоденстве. Давайте посмотрим, каким образом в том же Советском Союзе, о котором мы сейчас говорили. Я прошу прощения, я тут ставлю немножко вопрос по-другому. Ну, извините. Собственно, мы сейчас находимся в ситуации так называемой солидарной системы пенсионного обеспечения. Она подразумевает, что каждый работающий сегодня гражданин из своих отчислений, которые это как бы его будущая пенсия, но по факту из этих отчислений в пенсионный фонд, наполняется пенсионный фонд, из которого сегодня получают сегодняшние пенсионеры. Поскольку у нас количество работающих и, ну, уже условно говоря, пенсионеров, либо людей, которые вот, собственно, требуют таких вот выплат, оно уже вот пришло, ну, как мы видим из официальных цифр, к некому балансу, где-то это приблизительно поровну. И тенденция такова, что работающих будет меньше, а не работающих больше, мы можем понимать, что, ну, либо государство будет и дальше, и все больше из государственного бюджета перекладывать в пенсионный фонд, либо в какой-то момент скажет, нет, все, мы больше не можем. Совершенно правильно. Я просто хотел обратить внимание, что наша солидарная система, она корнями идет из Советского Союза, грубо говоря. Да? Но в Советском Союзе в послевоенном периоде ситуация была несколько иная. Темпы развития экономического, ну, если, скажем так, не брать его в предметном рассмотрении, они были достаточно высокие. То есть индустриализация фактически, да, повторная, если так ее можно назвать, то есть когда чуть ли не каждый день там открывалось по стране какое-то предприятие, там развивались пути сообщения и так далее, подразумевало огромное количество рабочих мест. Просто фантастическое количество рабочих мест с возможностью на эти места реально устроиться и реально получать там заработную плату. Получилась следующая картина. Война, к сожалению, унесла большое количество жизней людей. После войны у нас получилась очень интересная в плане математики картина. Огромное количество людей работающих, то есть много детей родилось после войны. И количество пенсионеров было относительно небольшим. Соответственно, вот эта самая система, формируемая из отчислений по доходам работающих людей, она позволяла обеспечивать то относительно небольшое количество пенсионеров достаточно, можно сказать, неплохо. Да? Мы не говорим о том, опять же, таки, что там красная с черной икрой лилась рекой, но чисто математически это работало вот так. К моменту получения Украины независимости картина, не сказать, что сильно изменилась. И проблема была в том, да, в свое время, что мы вошли-то в независимость с количеством населения в 52 миллиона, а в дальнейшем у нас начались вновь экономические перипетии, которые, в общем-то, обратным порядком начали развивать нашу экономику. Да? То есть у нас уменьшилось количество производств, количество рабочих мест и так далее. Где-то до конца 90-х годов, если так совсем уж посмотреть, мы находились в достаточно неоднозначной ситуации. Почему? Что это была ситуация? Ответ очень простой. Во-первых, страна, вышедшая из Советского Союза, тогда не имела своих крупных ресурсов, денежных имеется в виду, материальные были. То есть, если посмотреть статистику, например, вывозу металлолома из Украины, то мы узнаем, что первый металлолом, который в Украину импортировали после просто нереального количества вывезенного, это было где-то в 2016 году. То есть, 25 лет мы только металлолом вывозили. А что там был за металлолом, вообще вопрос открытый. То есть, грубо говоря, доедали то, что осталось после Советского Союза. И потом наши металлурги только в 2016 первый импортировали металлолом. Вообще интересная картина, да? Мы его сначала экспортировали, а теперь
теперь мы его можем даже импортировать. Так вот, о чем я говорю. Значит, страна находилась в ситуации, когда собственных ресурсов материальных было немного. Международный инвестор, посмотрев на нас со стороны, как вы считаете, сильно захотел бы в нас серьезно вкладываться? Мягко говоря, не очень. Страна с непонятной политической перспективой, с разгулом бандитизма начала 90-х, легендарного на сегодняшний день, да, фактически, с отсутствием нормальной банковской системы, которая, в общем-то, несмотря на то, что номинально существовала, фактически, ну скажем так, была весьма номинальна. То есть собственных ресурсов было не так уж и много. На фоне всего этого о каком техническом перевооружении, повышении энергоэффективности и всего остального в массовом масштабе могла идти речь? Ни о чем. Часть кто-то людей начал уже в то время потихонечку уезжать на заработки. Наша экономика, в общем-то, показала такой занимательный результат, который прямое отражение нашел в так называемых киотских протоколах. Да? Все знают о том, что это соглашение, которое там подписывалось с целью уменьшения выбросов в окружающую среду вредных веществ. И смысл был примерно следующий. Если у вас появились свободные квоты, то вы эти квоты можете продать на рынке. А если у вас этих квот не хватает, вы их можете купить. Так вот, Украина на этом подняла неплохие средства. Почему? Потому что в связи с коллапсом промышленности у нас образовались серьезные квоты на выбросы. И мы их продавали. То есть вот эти замечательные полицейские Тойоты и другие автомобили, они фактически в рамках этого финансирования куплены. Почему? Потому что деньги от продажи этих квот можно было направить только на энергоэффективное какое-то решение, там, как правило, японского производства. Поэтому... Применительно к пенсиям. Применительно к пенсиям картина следующая. Стремительно, начиная с 90-х годов, начинает расти дисбаланс, который в Советском Союзе выглядел. Много работающих, мало пенсионеров. Вот эти все замечательные люди, которые работали в Советском Союзе, они на пенсию в большинстве своем уже выходили в независимой Украине. То есть, если мы возьмем, например, 92-й год, ну давайте откинем там 30 или, там, ну, к примеру, там, лет стажа, и мы узнаем, что это сколько человек, который начал работать фактически, да, в 60-е годы. То есть, это рождение какое-то там, 50-е и послевоенное. То есть это количество людей стало увеличиваться, пенсионеров. А новых людей, которые бы могли организовать бизнес, там, рабочие места, их стало меньше. Почему? Потому что в условиях абсолютной неопределенности социально-экономического быта люди отказывались от рождения детей. Любой сотрудник любого учебного заведения, от детского сада, школы и до высшего учебного заведения, вам расскажет, что мы сейчас видим результаты вот той демографической ямы, когда дети не рождались. Кстати, именно по этой причине у нас в свое время замечательные детские сады, которые были у нас в городе, были перепрофилированы местами в жилые помещения, местами проданы, потом героически выкуплены назад. В общем, такая замечательная была очень интересная ситуация для анализа, но она, в общем-то, где-то отражает те реалии, которые были. Да. Количество пенсионеров начало расти. Количество людей, которые работают, так сильно не росло, но в какой-то момент времени выяснилось, что эти люди далеко не всегда хотят работать у нас. То есть, как бы, кто-то едет в Европу, кто-то едет в Россию, кто-то едет еще в какие-то страны. То есть, если посмотреть, например, географию трудоустройства наших граждан, я как-то помню, в свое время спрашивал у своего коллеги, который занимался судостроением. То есть, раньше он работал в Одессе, а недавно я у него спросил, а где же ты сейчас работаешь? В Эмиратах. Я говорю, чем занимаешься? Говорит, тем же проектированием пароходов. Образно говоря, то есть люди разъезжались достаточно неплохо. Что получилось дальше? Дальше у нас получилась картина, когда солидарная пенсионная система чисто математически перестала вписываться в те стандарты пенсионного обеспечения, которые были определены государством. Да? То есть, если мы вспомним когда-то, давно, для выхода на пенсию достаточно было средней зарплаты за последние два года перед ней. Многие из молодежи на сегодняшний день скажут, да елки-палки, когда такое было? Да было буквально недавно, лет 15 назад. Поэтому многие люди, неважно, как они работали когда-то, более того, справки о зарплате в советское время, особенно если это были предприятия, там, допустим, не оборонные и не секретные, то есть, как бы, могли быть любые, то есть далеко не всегда печати реально уничтожались, и справка могла быть любая. И вот у нас получалась картина, когда человек, выходящий на пенсию, последние два года ударно работал как практически коммунистического труда ударник, как известные герои прошлого, выходил на пенсию и фактически за последние два года получал достаточно хороший платеж. Но возникал вопрос, а кто этот платеж должен обеспечивать? Те люди, которые работают. А по статистике у нас тогда многие получали минимальную заработную плату. И вот получалась картина, что на одну неплохую пенсию должны неплохо работать как минимум 2, а то и 3 среднестатистических обычных работника. Вот тогда чисто математически солидарная система дала трещину. Понятное дело, что с этим надо было что-то делать, но сделать с этим смогли только одно.
принять решение о том, что бюджет пенсионного фонда будет дофинансироваться из общего бюджета. И фактически мы живем в этих условиях вплоть по сей день. Я прошу прощения, там в какой-то момент еще был поднят пенсионный возраст. Ну да, опять же, пенсионный возраст это... И это, я прошу прощения, складывается такое впечатление, вот в ходе информационной кампании, которая сопровождала этот шаг, что вот это и есть пенсионная реформа. Хотя мы же понимаем, что это не пенсионная реформа, это просто увеличение пенсионного возраста. Это чистая математика. Увеличив пенсионный возраст, вы смогли, например, исключить из сегодняшнего вхождения в пенсионную систему ряд людей по критерию даты рождения. Да, но это не значит, что у вас система сама получила больше денег. У нас на сегодняшний день бюджет пенсионного фонда недофинансирован где-то на 150 миллиардов гривен. Я точную цифру не скажу, но порядок примерно такой. Это все приходит из государственного бюджета. То есть и на сегодняшний день вот это этот перекос много лет рос, и на сегодняшний день у нас, ну давайте я просто статистически кое-какие цифры скажу, я подготовился к эфиру, если разрешите, я с точностью до цифры скажу. По состоянию на 1 июля 2020 года у нас всего пенсионеров 11 241 834 человека. Это всего пенсионеров. Если посмотреть статистику трудоспособного населения на сегодняшний день, то у нас она будет плюс-минус такая же. Более того, я думаю, что количество трудоспособного у нас по статистике будет еще чуть-чуть меньше. Более того, мы на сегодняшний день не можем сказать, на какое количество населения Украины надо опираться. То есть у нас за последний год были разные версии. То есть один из министров Кабмина даже постарался математически посчитать. В итоге как бы при анализе выяснилось, что он некоторые цифры перемножил на коэффициент 8,88. У него там получились определенные результаты. В историю это изучение вошло с соответствующим названием. То есть коэффициент по его фамилии не будем называть. Так вот, статистика. Пенсии в размере более 10 тысяч гривен из этих 11 миллионов получают всего 2,96% человек. То есть 3%. 332 588 человек. Более 10 тысяч гривен пенсии получают. Из 11 миллионов получают больше 10 тысяч, только 332 тысяч. Это совсем чуть-чуть, 3% практически. А теперь ситуация в разрезе цифр. Конкретная, актуальная по абсолютно свежим данным. От 5 до 10 тысяч получают 1 277 186 человек или 11,36%. От 4 до 5 тысяч 884 418 человек или 7,87%. От 3 до 4 тысяч получают 1 671 тысяча человек примерно или 14%. От 2 до 3 тысяч 5 миллионов 180, 158 392 человека или 45% населения. Если коротко, то у нас получается следующая картина. У нас 45,89% населения получают от 2 до 3 тысяч гривен. Ну, не население, а именно пенсионное. Да, пенсионного населения, простите. Пенсионного населения. Давайте теперь посмотрим на следующую картину. Возьмем минимальную заработную плату условно в 5 тысяч. Мы чисто условно берем, не с точностью до копейки. ЕСВ из нее там будет, грубо говоря, 1 тысяча. То есть, опять же таки, берем чисто условно. Частично он будет в пенсионном фонде освоен, частично в других фондах, ну, для удобства расчетов возьмем 1000. Итак, для того, чтобы у нас самый массовый украинский пенсионер получил свои 3000 гривен пенсии, это в лучшем случае, необходимо, чтобы ударно работали не менее трех минимальщиков, то есть или ЧПшников, которые у нас, как правило, платят отчисления с минималки. То есть вот у нас получается картина. Одного пенсионера с наиболее массовой пенсией содержат три работника. Но это же еще не все новости. Средний размер пенсионной выплаты в Украине составляет 3393 гривны. То есть на среднего пенсионера надо найти где-то четырех людей. А дальше начинаются самые интересные цифры. Самые высокие цифры пенсии у нас у судей. Их получают 3425 человек. Это 0,03% от общего количества пенсионеров. Средний размер таких выплат составляет 51 171 гривна 77 копеек. То есть для того, чтобы один средний судья получал пенсию, необходимо, чтобы примерно 50 человек минимальщиков работали для того, чтобы этот замечательный работник юридической сферы смог получить пенсию. То есть как бы перекос весьма значительный. Хорошо, ну так мы собственно где-то с этого и начинали. Конечно, вот буквальные цифры, они иллюстративны, но стоит вопрос. Складывается впечатление, я прошу прощения, учитывая ситуацию с бюджетом государственным, учитывая количество денег, которые ежегодно государственный бюджет вынужден отдавать в пенсионный фонд,
ну, это не может быть бесконечно, а с другой стороны, не потеряно ли время для того, чтобы, ну, действительно как-то реформировать? Вероятнее всего, не потеряно. Я сейчас объясню. То есть можно все-таки еще даже сейчас? Да, но в каком виде, мы сейчас с вами поговорим. Давайте коротко вернемся на 200 лет назад. На секундочку, буквально, для статистических данных для наших телезрителей, уважаемых. Значит, среднестатистическая продолжительность жизни украинца 200 лет назад составляла 26 лет. Причина тому была высокая младенческая смертность, да, детская, конечно, слабая медицина и так далее. Но среднестатистическая была вот такая. 100 лет назад средняя продолжительность жизни украинца была 36 лет примерно. То есть за 100 лет она выросла там на 10. На сегодняшний день, если верить тем статистическим данным, которые есть, средняя продолжительность жизни украинца 72 года. То есть возникает вопрос, на фоне такого серьезного увеличения роста продолжительности жизни, у многих в свое время возник вопрос, простите, вот я работаю, в течение всей жизни плачу пенсионное отчисление, и в какой-то момент времени, там допустим, ну 72 это условная цифра, кто-то прожил больше, кто-то прожил меньше, и вот те, кто прожил меньше, задают вопрос, а зачем я всю жизнь буду платить эти деньги пенсионному фонду, если к какому-то промежутку времени я не смогу ими даже воспользоваться. В некоторых странах пенсионная система, и мы об этом должны будем поговорить, у нас в принципе планируется что-то похожее, подразумевает, что отчисления эти персонифицированы. И в случае смерти человека, то есть как бы его индивидуальный пенсионный счет может унаследован быть его родственниками там, или кому он скажет. То есть как бы эта система, она более-менее понятна. Да? Если человек даже сам не получил эти деньги в виде отчислений, то его родственники могут каким-то образом этим воспользоваться. У нас котел общий, и человек, который уходит из жизни, он ничего не оставляет своим фактически родственникам из вот этих самых накоплений. Поэтому в какой-то момент времени начали задаваться вопросы, а каким образом это можно изменить, как это исправить и как вообще это самое интересное происходит в мире. А в мире это происходит следующим образом. Помимо солидарной системы существует система накопительная. Она бывает государственная, негосударственная. Общая концепция, не будем вникать в детали, то есть это очень много времени займет. Но для телезрителей объясняем картину примерно следующую. Значит, есть некоторые денежные средства, которые направляются в так называемую накопительную или там в некоторых случаях третий уровень, негосударственную пенсионную систему. Эти денежные средства управляются компаниями по управлению активами. И вот эти компании по управлению активами, где сидят грамотные финансисты, эти деньги куда-то вкладывают. То есть пенсионная система во всем мире — это институциональный инвестор, то есть это колоссальный финансовый ресурс, который где-то добровольно, где-то принудительно направляется в это русло, а далее используется для системных инвестиций. Энергоносители, транспортное сообщение, наука и так далее, и так далее. И вот получается следующая картина. Вы платите деньги в такой фонд, там сидят грамотные управленцы. В результате их грамотной деятельности эти денежные средства могут быть приумножены. И таким образом, если вы выходите на пенсию, выполняя условия тех либо законов, либо договоров, которыми это регулируется, вы можете получить. В некоторых странах, например, основная часть — это солидарная пенсионная система, и к ней дополнительно, например, результат вот такой вот инвестиционной деятельности. Причем, если вы удачно выбрали... Хорошо, я, может быть, ошибаюсь, но даже если вот, собственно, накопительную систему будет реализовывать некая государственная структура, мне кажется, вопрос доверия будет стоять, собственно, вот очень остро. Не говоря уже о, в принципе, недоверии негосударственным структурам. Ну, тут можно сказать, что он не стоять будет, он будет, скорее всего, лежать. Я сейчас объясню, почему. Значит, накопительная и негосударственная пенсионная система будет состоять, в общем-то, из трех частей. Будет некий администратор, то есть как он будет называться, неважно, но это, грубо говоря, организатор этого процесса. Далее будет компания по управлению активами, то есть это непосредственно те люди, которые вроде как должны знать, как этим правильно распорядиться, для того, чтобы на этом заработать немножко денег. И будет третья структура, это банк-хранитель, который должен, собственно, эти финансовые ресурсы физически, ну, на самом деле не физически, а в цифровом виде, каким-то образом хранить. Историю украинской банковской системы знают все. С 2014 года у нас ликвидировалось порядка 100 банков, часть из которых занималась простейшим видом бизнеса. То есть открывался банк, собирались депозиты, эти собранные депозиты у граждан выводились в качестве кредитов аффилированным структурам, то есть фактически своим же карманным компаниям. В тот момент времени, когда наступала критическая
исторической точкой, и люди требовали деньги назад, банк дематериализовывался, вернее, дематериализовывалось его руководство, и все претензии переходили в фонд гарантирования вкладов физических лиц. То есть таким образом... Перевешивались на государство. Да, то есть фактически это было воровство у государства. В нашей финансовой истории я не припомню ни одного фигуранта, который бы понес реальное уголовное наказание. Более того, я не помню реальных уголовных дел по намышленному, умышленному доведению банка до банкротства. То есть какие-то, может быть, и были, но приговорами, насколько я помню, не закончилось ни одно. Так вот, доверие к банковской системе у нас весьма специфично. Далее. По качеству управленческой деятельности, по качеству управления этими активами в целом. Здесь вообще очень интересная ситуация. Ну, во-первых, лучше всего в истории Украины компании по управлению активами, частные имеется в виду, работали в 2007 году. По результатам 2007 года отдельные компании по управлению активами, то есть они предлагали альтернативу банковскому депозиту. У вас есть деньги, дайте их нам, мы их вложим, мы получим хорошую прибыль, и вы от нее получите больше, чем депозит. Депозит, например, предлагал 24% годовых, а отдельные компании по результатам 2007 года показали результат в 75% годовых. Эльдорадо. В Николаеве, по-моему, флагман называлась структура. Это была кредитно-спилка. Да, вот разборки, с которой тянутся некоторые несчастные пенсионеры, еще и до сегодняшнего дня пытаются. Ну, на самом деле, кредитно-спилка и компания по управлению активами немножко разные структуры, но смысл был примерно в следующем. Если вы грамотный финансист, вы смотрите, что растет, что падает, где можно заработать, где можно потерять, необходимо каким-то образом это все обработать и вложить деньги правильно. Так вот, в 2007 году были результаты по 75% годовых. Ёлки-палки, можно же работать. Но в дальнейшем эти компании очень сильно просели по одной простой причине. Они хорошо себя чувствуют, когда финансовая система стабильна, когда реальный сектор работает и когда этот реальный сектор обеспечивает движение крови, крови всего бизнеса, денег фактически. И то есть, когда у нас накачка экономической нашей системы иностранными кредитами, она прекратилась в 2007 году, мы увидели реальную ценность того, что имели. И эти компании по управлению активами очень сильно попроседали. В отдельных случаях кто-то успел из них выпрыгнуть, потому что там были паевые инвестиционные фонды, там интервальные и так далее. То есть там можно было успеть выпрыгнуть. А кто решил, так сказать, дождаться, когда произойдет так называемый отскок и цены опять пойдут вверх, они ушли глубоко вниз, думали, что уже дно, но снизу, как говорится, постучали. То есть там было все очень плохо на самом деле в этом плане. На сегодняшний день капитально не изменилось ничего, то есть компании по управлению активами должны будут искать точки приложения, где рентный доход будет хороший. То есть, есть, например, ну, совершенно такой абстрактный пример, проект строительства какой-нибудь там гидроэлектростанции. Абстрактный совершенно, опять же таки. То есть, если купить акции компании, которая его строит, то в дальнейшем можно получать деньги от реализации. Я прошу прощения, зачем нам абстрактные примеры? Если мы говорим о конкретной ситуации сегодня в Украине, ну что это может быть, например? Не абстрактная электростанция, а что? Ну, какой-нибудь стартап в некую цифровую историю, да? Да нет, ну со стартапами цифровой истории у нас на сегодняшний день на самом деле все неоднозначно. Объясню, почему эти все цифровые стартапы... Я, собственно, к тому же и веду, что все они с очень... Нет, чисто по статистике первый год переживет хорошо, если пара процентов. Через 5 лет от этих пары процентов останется еще процента полтора. И через 10 лет хорошо, если 0,000 будет, по крайней мере... Поэтому вот я вкладчик не государственного пенсионного фонда. Я доверяю деньги некому управляющему. А как он может ими распорядиться на вот этом украинском рынке? Ну, вариантов масса на самом деле. Один из вариантов, например, который консонирует с теми вещами, которые на сегодняшний день у нас происходят в правовом поле. Ну, например, да, компания по управлению активами будет вкладываться в некую структуру, которая будет формировать земельные банки на территории Украины и, например, сдавать в аренду агрохолдингам. Абстрактная совершенно, опять же, таки картина. Почему? Потому что мы понимаем, что рынок земли, он подразумевает немножко другое дальнейшее перераспределение прав собственности на этот замечательный ресурс. Но земля, как говорил Марк Твен, единственный ресурс, который больше не делают. И поэтому, скажем так, вот такой вариант получения ренты, он был бы весьма интересный. То есть, если бы, допустим, эти самые пенсионные средства были направлены на скупку открывшемся рынке официальную земель сельскохозяйственного назначения и был сформирован весьма значительных размеров земельный банк. Банк, я имею в виду, в смысле количества земли, которая находится под управлением той или иной структуры. И эта структура привлекала как раз вот эти деньги от пенсионных фондов. Возможно, здесь был бы достаточно неплохой вариант ренты, постоянной более-менее. Вот такие варианты должно создавать государство. То есть государство должно способствовать тому, чтобы бизнес сюда приходил. Ну, возьмем опять же таки пример из буквально вчерашнего дня.
такой замечательный вариант вложения денежных средств мог бы в нашей стране, например, быть применим к солнечным электростанциям. То есть у нас существовал фантастический зеленый тариф. Мы не даем оценку тому, кто его применял, но смысл был примерно в следующем. Государство приняло закон, финансисты посчитали, в Украину можно построить электростанцию, и она будет приносить неплохой доход. Люди посчитали, там срок окупаемости, к примеру, 10 лет, проект рассчитали на 20, все хорошо, все нормально, бах, непредвиденно, закон меняется, зеленый тариф отменяют, правила игры меняются, и все деньги, которые сюда вложены, мягко говоря, хорошо бы сегодня еще и вытащить. Китайцы пришли к нам, внезапно выясняется, что у них проблемы какие-то с правоохранителями, они заявляют о том, что у них там чуть ли не рейдерство, а это значит, что вторые китайцы, опять же, к нам уже, скорее всего, не придут. То есть при таком инвестиционном климате вероятность того, что к нам побегут инвестиции, да, вот обратите внимание, у нас до 2004 года происходил вот этот вот вариант, который, можно так сказать, переходного периода, да, как Пелевин говорил, из ниоткуда в никуда, но тем не менее до ситуации 2004 года, когда у нас произошел первый Майдан, международный инвестор так с опаской посматривал в сторону Украины. Это не значит, что их не было, но с опаской. Вот после 2004 года стало более-менее понятно, что инвесторы как-то более-менее поверили. Там, конечно, были еще и другие года после этого, но вот именно в тот момент времени все говорили о том, что это момент, когда необходимо что-то делать. Более того, хотел бы обратить один немаловажный момент внимания наших телезрителей. Значит, мы все говорим о том, что вот кризис, да, он когда-то наступит, то есть вы спрашиваете, это уже он? Я говорю, нет, это еще не он, он только из-за угла присматривается к нам. Но рано или поздно с этим моментом станет что-то более-менее очевидно, и вероятнее всего результаты того, что происходит сегодня в мире, скорее всего, нас настигнут. И вот в этот момент времени хороший вопрос, а что произойдет с нашей страной? И вот на сегодняшний день звучат, например, точки зрения о том, что нашу страну может зацепить-то и не сильно. Мы можем стать новым в некотором смысле Китаем, потому что у нас относительно неплохое еще образование у среднестатистического украинца, часто полученное еще там где-то в позднем Советском Союзе или в ранней Украине, то есть технически оно неплохое, и возможно, что часть производств, которые будут уходить там по различным причинам, например, из той же Азии или еще куда-то, они сядут здесь. То есть у нас уже примеры есть, у нас есть, например, для меня, честно говоря, лет 10 или 15 назад было до такой степени удивительно, когда, повернув автомобильный динамик компании Volkswagen, на нем было написано «Made in Ukraine». Я только тогда задался, а почему динамик автомобильный, который стоит в Volkswagen на заводе, сделан в Украине? Я узнал, что он действительно производится у нас в стране. То есть, как бы эта картина идет еще с тех времен, и, возможно, как бы в результате этого кризиса Украина получит определенные свои, так сказать, бенефиты, выражаясь английскую мову. Но, возвращаясь к тому, о чем мы непосредственно говорим, с учетом того, что у нас есть компании по управлению активом, которые не всегда понятно, как работают, внешняя среда, которая работает, мягко говоря, против этих компаний, банки, которым доверие, мягко говоря, тоже не сильно. Обращу внимание, более-менее нормально депозитная система в нашей стране заработала только после того, не как у нас появились банки, с банками все более-менее понятно было, они были и сразу после перехода Украины из Советского Союза в текущее состояние. Так вот, важно, что они нормально начали работать и принимать депозиты, как только появились госгарантии. Но сегодняшний день госгарантии смешные по мировым меркам, это 200 тысяч гривен, это менее 10 эквивалента тысяч долларов США. То есть вот в таких ситуациях мы работаем. Но самый, так сказать, вишенкой на торте в этой ситуации может быть так называемый корпоративный негосударственный пенсионный фонд Национального банка нашей страны. То есть в теории, как бы, да, Нацбанк это главный регулятор, главный орган надзора в финансовой сфере. Сегодня у нас уже прошел так называемый закон про сплит, когда часть полномочий, которые были у комиссии по регулированию рынка финансовых услуг, она перешла к Национальному банку. То есть, в общем, как бы Нацбанк за этим должен достаточно неплохо следить. Ну, как бы недавно это произошло, но за вопросами многими он должен был следить и раньше. Так вот, корпоративный, негосударственный пенсионный фонд Национального банка. Это структура, куда часть денежных средств по критерию работы в Нацбанке направлялись. То есть человек работал в Нацбанке, получал зарплату. Если я не ошибаюсь, руководство Нацбанка у нас сегодня имеет там порядка 250 тысяч в месяц гривен заработной платы. Там есть чего отчислять. Это состоятельные вполне люди. Если посмотреть декларацию предыдущего руководителя, у него миллионные вообще счета. То есть как бы это серьезные владельцы капитала. Так вот, эти люди частично отчисляли деньги в этот фонд, фонд должен был покупать какие-то бумаги, вкладывать и так далее. Вот в какой-то момент времени выяснилось, что номинально там все хорошо. Однако часть бумаг, которые были куплены в этот фонд,
она является так называемыми мусорными бумагами. То есть это бумаги, которые номинально могут стоить, например, 1000 денежных единиц, а при попытке их продать на рынке вам говорят, ну хорошо, если за пару единиц мы у вас купим. Вы говорите, как, номинал же 1000, а рыночная цена никакая. То есть как бы, переводя на русский язык, собственно, что произошло? А произошло то, что некие лица, имеющие отношение к управлению активами этого фонда, возможно, в сговоре с некими другими лицами, которые являлись владельцами этих самых мусорных бумаг, произвели покупку этих бумаг в фонд негосударственного пенсионного фонда Нацбанка. Номинально все красиво. Есть сумма номинальная, есть реально оплаченные деньги, они учитываются по определенным там суммам и все такое, но когда речь идет о том, а какие же можно дивиденды с них получить или можно ли их продать в принципе, выясняется, что они нулевые практически. То есть, грубо говоря, компетенция этих руководителей, мягко говоря, оказалась нулевой. Хорошо. Вопрос, как вы думаете, присел кто-то по этому поводу? Да не, я ответ знаю. Это, в принципе, вопрос риторический. Мы об этом... Вот, поэтому, отвечая на ваш вопрос, что мы будем делать с доверием, вопрос доверия очень проблемный. Да, мне должны сейчас возразить профессионалы в этом деле, уважаемые, но там же есть определенные правила. То есть, например, возможность вложить часть денег, допустим, не более стольки-то процентов в депозиты, не более стольки-то процентов в ценные бумаги, не более стольки-то процентов в банковские металлы и так далее. Но я дам один маленький ответ, опять же, из статистики. Негосударственная система пенсионного обеспечения в нашей стране действует с 2005 года. То есть то, что о ней многие не знают, просто говорит о том, что реклама, она не сильно себе снискала популярность. Фактически речь идет о следующем. Инвестиционный портфель негосударственных пенсионных фондов, который у нас в стране на сегодняшний день существует, я тут взял статистику по самым крупным, по самым популярным. Так вот, есть, например, у нас такие фонды, как Эмерит Украина, Приватфонд, ОТП Пенсия, Фармацевтичный, Династия и так далее. То есть они в интернете представлены, каждый может посмотреть. Так вот, инвестиционный портфель МРИТ Украина состоит из государственных ценных бумаг на 50%. ОТП Пенсия, государственные ценные бумаги на 45%. Династия, государственные ценные бумаги на 49%. Украина, державные ценные ППРы на 44%. Что это значит? Хорошо. Это значит о том, что эти замечательные негосударственные пенсионные фонды пытаются извлечь денежные средства из тех долговых обязательств, которые выпускает фактически наша страна. Ну, там на самом деле их много разных видов, но смысл приходит к тому, что это инвестиция, которая в половине случаев не основана на реальном секторе, который способен генерировать денежный поток, который там может привлечь, допустим, другие инвестиции и так далее, и так далее. А это государственные долговые обязательства. Мы помним, чем закончилась пирамида государственных долговых обязательств в конце прошлого тысячелетия. Мы не будем давать сейчас оценки, кто персонально этим занимался, как оно было и так далее, и так далее, и так далее. Но смысл заключается в том, что основываться на государственные ценные бумаги с точки зрения финансовой не сильно отличается от солидарной системы, когда часть денег все равно приходит из бюджета. Но проблема заключается в том, что если бюджет не сможет выполнить свои обязательства, то там есть механизм эмиссионный. И эмиссионный механизм, если заработает, то это приведет к тому, что курс национальной валюты в очередной раз просядет. Давайте посмотрим, если бы такая система пенсионного обеспечения у нас началась в 96 году с введением гривны, тогда, когда курс был 1,70, там, по-моему, за 1 американский доллар, то какие бы пенсии в номинальном выражении получали сегодняшние пенсионеры, которые начали бы участвовать в этой системе тогда? То есть, каким образом мы бы пережили 2008 год, каким образом мы бы пережили 2014 год, то есть, каким образом это все бы в номинальном виде выглядело сегодня. То есть поэтому да, проблема есть, несмотря на то, что если мы ее сейчас реформируем, ну давайте посмотрим на вещи реально. Вот в условиях пандемии коронавируса рассчитывать на рост фондовых рынков, мягко говоря, не приходится. Да? У нас на сегодняшний день неплохо чувствуют себя такие мировые гиганты, как Apple, Tesla и так далее. Но я глубоко сомневаюсь, что именно эти акции попадут в портфели компаний по управлению активами, которые будут управлять деньгами наших пенсионеров. То есть шансов нет? Ну почему нет? На самом деле система должна работать одновременно по нескольким направлениям. То есть, да. Хорошо. Вот учитывая дефицит времени, просто короткое резюме. Все-таки нынешнее поколение украинцев, наверное, не будет жить в ситуации без пенсии. Да нет, без пенсии жить не будут. Я думаю, что те социальные стандарты, которые Украина на сегодняшний день провозглашает, и Конституция Украины, которая на сегодняшний день действует, не даст возможности совершенно без пенсии жить нашим гражданам, как в некоторых отдельных странах, например, где пенсию может получить только человек, проработавший на государственной службе. А если вы на такой не были, то вы без пенсии останетесь совсем. Или в некоторых странах, где, например, вы можете рассчитывать только на своих детей, если у вас их по каким-то
причинам нет, то у вас, собственно, не будет и пенсии. Вероятнее всего, что система у нас такая будет продолжаться некоторое время, но сам факт введения так называемой реформы второго уровня и перспективного третьего без системного изменения инвестиционного климата не даст нужного эффекта. Мы все равно будем получать базовую солидарную пенсию, она никуда не девается, а вот этот довесочек, который планировалось получать от управления эффективного денежными пенсионными накоплениями, он, вероятнее всего, не даст того радужного эффекта, о котором на сегодняшний день принято говорить в процессе внедрения этой идеи. Андрій Зіченко, доктор філософії у галузі економіки та фахівець у галузі права, був сьогодні нашим гостем, відповідав на наші питання. Дякую, найкраще, успіхів вам. Все добре.